Народ, всем привет, канал Веселый Автобус. Сменщиком за кофе послал. Сейчас посидим, поговорим, время есть еще пока. Бо, спасибо. На здоровье. Добрый ты человек. На здоровье-то нет нихуя, блядь. Давай. Так у тебя, значит, высит во сколько, Володь? 5 минут. Через 5? 17.05. Ну, у нас время сократилось, я смотрю, но после обеда на 5 минут. Ну, то есть раньше мы выезжали в 17.55, сейчас 55 минут. И... короче, вот от этого времени, вот 5 минут, я вычитаю, короче. Я нового-то нет, что ли? Да, ну сзади он висит, а сюда он мне не дал. Я ему хотел подъявить. Я говорю, ты что, ну списание-то привез? Я говорю, пассажирам надо. Я штуки 3 привез, но я думал, у всех есть. Блядь, нет, у меня одно. Дай мне одно расписание-то, Володь. Так я не взял, я, блядь. А себе. Почему не взял-то? А я знал, блядь, что у тебя нету. Вот он одно привез. Я думал, он всем дал, блядь. Нет, он одно дал, вот оно сзади, ну, я повесил. Видишь его, блядь, у него есть. В машине они что-то как останутся, у него валятся. Разлучили, да, нас, ну, нас с тобой, Володь? Ну, блядь, видишь, мне нахуй вот, ну, реально, блядь, так удобнее. Да это понятно, блин, а ну а мне-то, Володь, мы уж с тобой как эти, душа блядь. В душу уж как. А у тебя сменщик-то молодой, старый. Да твои годы. Не, нормальный, ну, то есть это, сегодня пришел. Звонит такой, ну я тебе говорю, звонит такой, я говорю, ну неужто у меня завтра на работу? Хочешь напрячь? Говорит, нет, у тебя обед, ну я говорю, старки да старки, говорит. Я говорю, ну я это, ну, к дому в автобус-то поставлю, чтобы это мне время-то, ну, не терять. Он такой, ну я уже понял. Я говорю, отец, что? Да вон это, кулисы, ну, займусь. Пришел, отрегулировал, меня дождался. А то я вчера... Тут я смотрю, ты, блядь, лихо как подкатил. А то я вчера-то после него, после его шихнула регулировка. Она вот так вот вообще вот прямая, вот, ну как будто новый автобус. У нового автобуса сам наш, у него вот так вот тут вот, все. И вот я вот так вот вчера еду, и сегодня, ну сегодня уже все, она там опять, видно, ну разработалась, там что-то, ну, расслабился, что-то он там подтянул, подкрутил. Сегодня опять, ну нормально. Ну вот он пришел, что-то там, ну, подшаматил, что-то поделал, сейчас вообще прям, ну, нормально все, и задний. И задней передачи, вот не надо об капот стукать. Она сейчас, знаешь, как включается? Вот смотри. Вот смотри, ну, на мою руку. Блядь, вот. Ну это, блин, ну вот. Ну, блин, ну вот. Ну понятно. Ну понял, я еще. Во! Ну я еще не отвык вот от старого. Ну а так-то смотри, вот вот она, вот. Одной рукой, Володь. Она одно время, блядь, мне там слесаря делали. Несколько дней она так включалась тоже, блядь. Потом опять на уровне. Не, ну он вроде как бы настроен работать. Я говорю, ну смотри, ну зарплата у тебя будет через столько-то, вот. Он говорит, ну я все понимаю, но у меня будет там еще там Колымы туда-сюда. То есть, ну, у него же там своя еще на машине есть. Он говорит, я так-то это, ну. О, я говорю, ну смотри, дружище. Он такой, не-не, все нормально. Блять, все. Ну ты что, ну задохнул-то? Поехал. Еще, блядь, задохнул, обкурился уже. Давай, бросай курить, вставай, ну, на лыжи. Здоровьем будешь не обижен. Вон снег, он выпал, да вперед. Тебе лобзик дать он с деревьев, он напилишь. Я лыжи не люблю, я на коньках, блядь, катаюсь. Лыжи не люблю. Сегодня бодрячком прям, да? Ну, на улице прям, как свежо.
Ничего, хорошо. И день-то целый день, ну, солнечный был, видел, да? Там нормальная дорога-то, да? Там сухая, там нормально все. Даже можно не тормозить. На поворотах вот так. Бежит легко, непривычно, блядь. Да? Слушай, не знаю, как с народом пойдет, блядь. А тебе трафареты дали? А вон я, вон дали тебе трафареты. Вот он, вот час назад привез. Я что, блядь, и приехал-то нахуй. Я уж из дома вышел, думаю, хули я тут буду шараюбиться, блядь. Уж поехал. Ладно, Володь, что, поеду ладно, я? Давай, давай, все будет у нас с тобой хорошо. Давай. Мы как все, как договаривались, да? Давай, давай, ладно. Вот. Че, блядь, недалеко ни хрена тут. Не, я думаю, это, Володь, нормально все у нас с тобой будет. Ну, дверь-то, блядь, откроешь мне? А, ты уже все покидаешь? Ну, а что, тебе ехать надо. Давай, давай тебе хоть ножик дам. Тебе нож нужен? Ножик? Да. А то я с дома принес. На, наверное, свой, но заберешь. Это не мой, блядь. Ну, он же здесь, ну, в автобусе-то был. Ну, я знаю, но это раньше он был, блядь. Ну, возьми на всякий случай. Он ну, как... да, мало ли чего. Да, он как ножик, как и отвертка. Найдешь применение. Дверь открой. Все, Володь. Давай. Вот, народ, ты прошел у меня со сменщиком кофе-брейк. Сейчас еще кружок, второй обед. Ладно, народ, вам спасибо за просмотр, за комментарий, за лайк. Короче, нас теперь уже не три, а четыре. Ну, как четыре, ну, мушкетера. Вон они ждут, вон. Так что, как вы могли понять, у меня теперь другой сменщик. Он уже одну смену отработал. Один день отработал. Я вчера работал, но и сегодня у меня второй день крайний. Сейчас буду два дня отдыхать. Блин, уже время 5:00, уже поток такой машин хороший. Вот женщину с детьми надо пропустить.